Ядрить, колотить! Ядрить, колотить! Чё это только что было? Вурдалак! Что так? Просто на эту серию у меня ни овощей, ни фруктов нет. Вурдалак! Я в шоке! Да шо... Ничего не работает в этой серии! Ой, ядрить, колотить! Это что вообще такое было в этом проклятом доме? Бабка какая-то, бабазина, ко мне сержант Нуби какой-то пришел перехреститься, чтобы этот дебил больше ко мне никогда в жизни не проходил. Чё это такое было? Давайте мы сразу с вами поздороваемся. С вами снова я, Эдуардо Перетьяно. Я не понимаю, у меня вообще крыша... Едет. Так, подожди. Я вспомнил один твой главный секрет, про который я забыл. Твой самый страшный секрет, я вспомнил. Если ты думал, то, что я его не знаю, нет, я вспомнил на самом деле. Твой секретушка, про который ты никому не хочешь рассказывать. И если ты сейчас прям не поставишь лайк на этот ролик, то этот секрет всем расскажу. И маме твоей, и всем родителям, и друзьям, и преподавателям в школе. Если у тебя братья, сестры есть, и им расскажу, и они тебя чмерить будут этим секретом. Страшно, поэтому обязательно поставь лайк. Оп. Твою матушку! Ядрить, колотить! Мне баг в голову ударил! А я вообще... А чё ты мне в комментариях не напоминаешь про эту хренотень? Сундук! С секретной запиской! С артефактом воды. Помните вот этот военный, который пришел? Артефакт воды, я про него даже забыл. У меня вообще-то из головы вылетело. А чё ты мне не напоминаешь про это? Какой там был? 1337. Тёханый бабай. Артефакт воды и страшная правда. Дневник Валеры. Валера — это тот, который жил в этом доме, которого убили там лет 20 назад. Надо почитать дневник Валеры. Вы готовы? Давайте. Опа. Дневник Валеры. Он, походу, супергероев любил, потому что у него тут значок Бэтмена. Чтобы вы не путали, вот мой. Вот мой ежедневник, вот. А вот Валерки. Господи, что же тут за страшные тайны такие должны быть? Тут, походу, все секреты жопосранска должны быть. Ладно. Приступим. Чи-чи-чи-чи! Все не горит. Вы даже себе не представляете, что в этой книге находится. Фу, мать, это демонская книга! Убрать ее, спрятать обратно нужно в это... 1337 обратно спрятать нужно. Все спрячем нафиг, чтобы никто ее больше уже не... Валера, оказывается, это детектив, который был в этом городе до меня. И как он пишет? Жабосранск! Это проклятый город, в котором каждый день происходит что-то необычное. Там демоны появляются, там апокалипсис, там еще что-то, там еще что-то, там еще что-то.
Я вообще не понимаю, что это такое. Знаете, как в этом, как Gravity Falls, где Gravity Falls там каждый день что-то странное происходит, так же и тут такое странное происходит, непонятно. Каждый день Шапосранск — это, короче, проклятый город. Проклятый. Но ничего страшного, Эдуардо Перециано разрулит все ситуации и выяснит, почему и кто вообще проклял этот Шапосранск, почему он проклятый, и что мне вообще делать? Артефакт воды. Чё это такое? Артефакт воды. Извиняюсь. Это вот это... твою матушку, молния! Это артефакт вот этот воды, да, дождь вызвал. Что это за фигня вообще такая, я не понимаю. Это я смогу контролировать воду? И откуда вообще взялся этот артефакт воды? Может, это какие-то там предметы инопланетянин, артефакты инопланетянин, которые как-то там миллиард лет назад попали на нашу Землю, нашу планету? Ёханый баба, я вообще не понимаю, что сейчас происходит. А, кстати, я в прошлом доме шкаф скоммуниздил. Можно его куда-то сюда поставить, нормально будет смотреться. Я вообще не понимаю, что происходит. Там артефакты воды... Нафунял тут все. Не буду я больше сигарету проклятую. Это что такое? Капут вообще какой-то. А чё так воняет-то, а? Туалет прорвало! В смысле? Чё, какашка мне там? Твою матушку! Фу! Какой-нибудь! Так, у меня, кстати, в гараже есть один блок, которым я смогу закрыть вот эту прорванную парашу. Так. Артефакт воды, ну ты, конечно, и засранец, а? Прорвал мне тубзилет и выпустил наружу какашонцы. А! Как закры... Фу, ёпты! Нафунял, конечно. Ладно, мне кажется, стоит передохнуть, стоит просто пойти домой. И просто... Машину никто не украдет, а какие охраны... Твою матушку, да чё ж молния-то такая, а? Никто ж машину не украдет, тут вообще ураган, апокалипсис, цунами какой-то надвигается. Я просто пойду на второй этаж, высплюсь и разберусь. У меня в архивах или в дневнике самого Валеры должно быть написано, что делать с этим артефактом. А вдруг там есть артефакт воды, земли, воздуха, огня, и я соберу перчатку Эдички. Не буду править вселенной! Кто его знает? Ладно, я пойду посплю! Да что? Так, ёпте! Нет, я не буду. Чё это такое? Почему? У меня затопило второй этаж и всю лестницу. Сраный артефакт воды. Это что такое, а? Вообще не понимаю, что происходит. Ладно, я вообще не... А чё за звук? Чё за звук? Всё было слепо!